В Гродно местный «Неман» и футбольный клуб «Гомель» очным поединком завершили игровую программу 23-го тура национального чемпионата высшей лиги. Исход поединка решили два голевых удара хозяев на 31-й и 77-й минутах. Сначала Павел Цеслюкевич счет открыл, удвоил преимущество гродненской команды Глеб Рассадкин, с 12 метров положивший головой мяч точно в угол ворот Дмитрия Дударя. 2-0, «Неман» побеждает. После 23 сыгранных туров «Гомель» в турнирной таблице располагается на 9-й позиции. В 24-м туре команда Алексея Меркулова играет на домашнем газоне. С 6 октября зелено-белым предстоит поединок с солигорским «Шахтером».